Давай, показывай, что там. Ну, что говори. Вот, видишь? Что? Ну, уходит, смотри, вот так надо было. Как? Вот. А что так? Потому что. Поэтому пообъясни, не могу понять. Тёха, ну отвали, ты что, с меня ржёшь? Да не, ну расскажи, как. Ну, планка ровно стоит? Ну, да. Где? Ну смотрим, где. Вот на этот шарик смотри. Ну, смотри. Криво стоит, видишь? Криво, да. Если мы вот так сделаем, еще кривее станет. Надо выровнять нам. Вот так, да? Да. Подожди, какую ты смотришь планку? Вот там... эту вот. И что надо сделать? Ну это означает. Ну вот мы. Это то же самое, что мы, например, вот так ложим. Вот. Вот. Ну да. Вот криво. Тут то же самое. Здрасте. Здрасте. Здрасте, ой, извините. Ну, так а что надо сделать, рассказывай. Надо это утопить. Туда. Как ты определил? Еще раз. Для видоса. Чтоб наши подписчики знали, как ты пользоваться. Ты меня ржешь или что? Не помню. Да ничего, я сейчас ржу, серьезно. Да. Ну вот, нашел середину. Представил туда уровень. Ты по какому смотришь? По вот этому? По вот этому, да. Ну... Влево, вправо. Ага. И так планку эту двигаем туда-сюда, туда-сюда. А, вот так она работает, да? Ну вот, надо чуть-чуть ее отодвинуть. Ну давай двигай это чуть-чуть. Это вот утопим сейчас и все будет. Я понял. Ну покажи, как оно будет. Я не покажу, потому что мне стена мешает. Не, в итоге подрезать. Как оно будет. А, подрезать надо, я понял. На 5 мм нужно подрезать. Я понял. Эпичное видео. Сколько у тебя стаж работы уже? Сер. 6 месяцев. Ты больше меня стройкой занимаешься. 6 месяцев. Правильно, а ты 4. Беременность 6 месяцев, видишь? Спасибо, ты любовь. Возьми. Честно. Ну. Вот, видишь, завалено? Сильно? Нет. Дай посмотрим. Чуть-чуть. Ага. Ну вот, да, есть. Вот там, вот смотри, вот видишь? Ага. Ну сколько? В конце будет там сантиметров, даже больше. Ага. А вдруг у тебя уровень неправильно показывает, что? Че, мы с тобой решили, что визуально даже видно, что крыло. Ага. Слушай, а это... Ну по-другому же никак ты говорил. По-другому никак. По-другому не получилось. Че, а вот туда представь, вот туда. Ну зачем туда ставить? Потому что уровень маленький. Не, ну чувак, реально. Не дури меня, вот посмотри. Я вот взял тебя на середину нашу. Я тебя дурю. На середине. Ну представь, тут по-другому покажешь. Или вот там, я тебе говорю, попробуй. Вот выходит. Конечно, по-другому покажешь. Так как смотреть тогда тут? Посередине. Посередине надо, да? Ага, я понял. Ясно. Что здесь у вас будет конкретно? Чувак, а вдруг уровень обман? Когда ты откроешь дверь, то вот здесь, вот так вот. Честно. Я не могу. Чувак, ну поставь вот там вот, пожалуйста. Вдруг у меня. Это точно. Это точно, да. Походится, ну хоть не видно. Возмущается. Познаю. Жесть. Жестяк вообще. Ладно. По-другому уж никак, правильно? По-другому никак. Ну все.